Как сейчас выглядит пятерка с волгоградскими номерами? А совсем недавно управляемая пьяным хозяином машина бодро мчалась по встречке, весело скакала по проселочным ухабам и празднично искрила дисками колес. Но обо всем по порядку. Итак, ночь, развязка у Калининска, инспекторы пытаются остановить автомобиль. Но гости из соседнего региона проносятся мимо и спешат раствориться в сумраке. Полицейские организовывают преследование. Патрульный автомобиль сложно не заметить. Проблесковые маяки, сирена и голос из динамика, настойчиво призывающие нарушителя остановиться. Справа останавливаемся. Останавливаемся, справа говорю. Реакция водителя – разворот и езда по встречке. Пассажир в хмельном азарте даже показывает неприличные жесты. Терпеливые полицейские вновь неоднократно предупреждают. Сейчас буду применять табельное оружие. Еще раз говорю, останавливайся. Предупредительные и несколько выстрелов по колесам. Машина на ободах еще некоторое время продолжает движение. Потом останавливается. Водитель пытался скрыться в ближайших посадках, но был задержан. На водителя транспортного средства был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КУАП РФ от управления транспортным средством. Водителям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и лишенным права управления транспортным средством. По части 4 статьи 12.15 КУАП РФ – это выезд на полосу встречного движения. И части 2 статьи 20.25 КУАП РФ – это не выполнение законного требования об остановке транспортного средства. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.